Они пришли, чтобы поделиться информацией и рассказать школьникам о том, что такое ценности, какие они бывают и как влияют на принятие решений. Начиная с октября этого года, самарские финалисты конкурса «Лидеры России» ведут работу с подрастающим поколением. Уроки проводят для учащихся 7-11 классов. Самой важной ценностью урока ценностных ориентиров является донести до ребят важность понимания, что ценности определяют каждый выбор нашей жизни и являются некой путеводной звездой. Это в этом возрасте очень важно осознавать им, для того, чтобы принимать верные решения. Для ученицы 10 класса школы 24 Даны Пикулиной жизненные ценности – это взаимопомощь и крепкая семья. По словам школьницы, если в этом не разобраться, можно совершить много ошибок. У всех ценности бывают совсем разные. Кто-то может, допустим, думать о крепкой семье и только на нее полагаться. Кто-то может полагаться на карьеру, на другие личностные качества. Детям важно знать, какие могут быть их пути жизненные, как они могут по ним действовать, что вообще нужно и важно знать, какие моральные ценности нужно у себя находить. По словам советника директора по воспитанию школы 24 Юлии Цыдыповой, невозможно воспитать достойного гражданина страны, если с малых лет не говорить и не обсуждать с детьми важные жизненные аспекты. В связи с тем, что постоянно происходят какие-то экономические, политические изменения, понятно, что и молодежь очень быстро меняется в связи с этими изменениями. И в какие-то моменты молодое поколение теряет вот эти вот духовные связи с традициями, с культурой народа. Мастер-классы от лидеров России проводятся по всей стране. На сегодняшний день в Самаре прошли уже 30 таких мастер-классов в 7 школах города. Чтобы их проводить, спикеры проходят специальное обучение. Материалы и презентация разрабатываются и проверяются федеральными экспертами. Ксения Баканова, Галина Топилина, Петр Паламеев. События.